Всем привет, это гороскоп, и я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Овен. Благосклонность всяческих высших сил в этот день вам точно обеспечена. Телец. Вас ждет повышенный фон интеллектуальных и умственных способностей. Близнецы. Вами будут восхищаться буквально все окружающие, даже незнакомые люди. Рак. Не упускайте мелочей, именно они могут вам заметно навредить в будущем. Лев. В карьере может заметиться прорыв. На пепле старых достижений вы воздвигнете новое здание. Дева. Одевайтесь теплее, поскольку вас подкарауливает простуда и кашель. Весы. Поездки в этот день могут сложиться вполне удачно, если вы будете собраны и пунктуальны. Скорпион. Финансовый успех ожидает тех, кто вложится максимально. Стрелец. Возможно, мелкая месть со стороны бывшего возлюбленного или возлюбленной. Козерог. В этот день вы можете оказаться в роли проводника чужих положительных эмоций. Водолей. Вам предстоит большая внутренняя работа. Согласитесь, вы к этому долго шли. Рыбы. Будет ощущаться неповторимый прилив сил и душевный подъем. Это были гороскопы. Я Главицкая. До встречи. Овен. В конце этого дня вас посетят смелые и очень оригинальные идеи. Телец.